Встретились автомобиль и квадроцикл. ДТП произошло в пятницу вечером на вокзальной площади в Иванове. Водитель автомобиля Volkswagen Polo при повороте налево совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении квадроциклом. В результате ДТП последний с травмами головы, переломом основания черепа, был доставлен в областную клиническую больницу. Как выяснилось, ПДД нарушили оба участника аварии. Автомобилист не предоставил преимущества проезда при повороте налево, а квадроциклист управлял транспортным средством без документов. На водителя квадроцикла составлено определение о возбуждении дела в среднем правонарушении по статье 12.1 часть 1 и статье 12.3 часть 2. Это не имея при себе страхового полиса ОСАГО и не зарегистрированного в установленном порядке транспортного средства. На водителя Volkswagen составлено постановление по делам административного правонарушения по статье 12.16 часть 2. Это нарушение требования предписывающего знака и дорожной разметки.